Сегодня для Татошки и Емельки пюрешка брокколи. Татошку вот нашла, позвала. Главное, правильно определил тарелочку свою, где побольше. Да, Татошенька? Татошке я больше положила, Емельке поменьше. А Емелю не поймать, он там прячется под кроватью. Сиди голодная, Емелюшка, сиди. Татоша, куда ты эту пюрешку? Слышала, что Емеля, Емеля? И куда ты эту пюрешку понес, ё-моё? Так, вот и Емелюшка прибыл. Иди, смотри, эту Емеля заберет твою пюрешечку. Не надо никуда носить, вот кто-то уже понес. Вот. Иди теперь облизывай. Такого вида стрёмного эта пюрешечка. Но уже сразу надо пометить, да? Сразу надо пометить. Что-то темновато. Попробуем свет включить. Хоп. Так лучше, да? Татоша, кто будет вот это вот, скажи, вот это вот мне убирать? Ай. Ну вот только постираешь. Только постираешь пододеяльник. Опять работы прибыло. Опять стирай. Будете вот на таком вот грязном. Не, ну я вот не понимаю просто вот этого. Вот вторая есть тарелочка? Зачем вот это делать? Ну, у этой брокколи, конечно, цвет такой. Вот есть, вот. Вот твоя зеленая пюрешечка. Наешь, нет? Надо вот обязательно свинство с Емелей сотворить, да? Подразнил его, вот он и куда-то понес, расплескал все. Ну иди облизывай, кто это будет вот это все теперь облизывать? Перевод продуктов. Молодец, послушный мальчик. Татоша, надо прицепиться к Емеле обязательно, да? Хорошо, Емельчики, вот аппетит хороший. А Татошке так себе. Таташенька, иди, ешь, иди. Смотри, на. Таташуля, смотри, смотри. О, на. Кушай. Вот так вот. Ну, на. Ну чего ты не хочешь свою любимую пюрешечку кушать? Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, какая вкуснятинка с объедятинкой. На. На. Не хочу? Ой, я тебя вымазала вон. На. Ай, дурепушка. Вон Татошку буду, Емельку то есть буду кормить. Раз Татошка не хочет. На, вон он с удовольствием оближется. И куда ты? Ну иди, иди, уже иди. Тушь. Ну, подожди, Емеля, а ты что, собрался съесть двойную порцию, что ли? Я вот как-то не врубилась. А? Ну хорошо, хоть она не калорийная. Мне кажется, не стоит, Емель. Давай поставим, потом Татошке пробудится аппетит. И потом мы ему дадим, хорошо? А ты иди, вон, облизывай все, что осталось. Вот этот наш неящий Татошка потом захочет еще. Он по чуть-чуть лизнет, лизнет. На что ты пришел ко мне? Пришел ко мне, мой зайка. На. На, облизывай. И уже тут, как тут, на коленях. Ну все, а свинство мне убирать, да? Я так понимаю.